Чувашия сегодня прощается с Леонидом Шиминым, видным партийным и государственным деятелем. Решительный, мудрый, ответственный. Именно таким его запомнят друзья и коллеги. Леонид Аркадьевич ушел из жизни 20 июля. До 74-го дня рождения он не дожил чуть больше месяца. Сегодня с ним простились в траурном зале городской ритуальной службы. Я с удовлетворением хожу по улицам города сейчас, общаюсь с людьми. Никто не даст соврать, что город развивается, город хорошеет, город поднимается на новую высоту. Леонид Шимин более 50 лет трудился на благо Чувашии. Он старался сделать все возможное для того, чтобы улучшить жизнь людей в регионе. Журналисты нашей телекомпании часто с ним встречались на съемках и говорят, что записывать с ним интервью было исключительно легко и приятно. Он всегда знал, о чем говорит. Готов был к неудобным вопросам и никогда не уходил от ответа. Вообще все, кому посчастливилось с ним работать, ценили в нем профессионализм и жгучее желание полностью отдаваться любимому делу. С Леонидом Аркадьевичем мне посчастливилось поработать последние его годы жизни. Он руководил, он был председателем Союза пенсионеров России в Чувашской республике. Собирались, обсуждали, какие вопросы беспокоят старшее поколение, как можно улучшить жизнь. Леонид Аркадьевич очень заботливый человек. И мы очень восхищались его делами, его организации, как он это мог делать на общественных началах. Был очень безотказным человеком. Я очень много и часто училась у него вот этой мудрости управления. То, что как он умело расставлял важные дела, приоритеты. И причем не просто говорил, что это надо. Он впрягался в эту работу и отдавал себя до конца, до капельки.